Эй, всем привет, это Доминус, и сегодня мы с вами смотрим BTS Clumsy Moments. Что в переводе с английского означает BTS неуклюжие моменты. Значит, мне скинули это видео. Не помню, где мне его скинули. Значит, сказали, посмотри, ради разбавления контента всякими прикольными штуками пойдет. Я такой, типа, посмотрел, но не слишком длинно, всего лишь 10 минут, типа. Ну и чё? Вот, значит, оказывается, у меня есть один очень умный подписчик, вот, подписчица, если быть точнее, которая мне сказала, что оказывается, я записываю видео подряд, потом заливаю их на YouTube, ставлю их на таймер, то есть отложенная публикация, и получается, что видео выходит тогда, когда я хочу, прикинь, тогда, когда мне захотелось выложить видео, я могу его тогда и выложить. Прикинь, да? Америка просто открывается людям. А как по-другому? То есть вы думаете, что я каждый день сажусь, записываю видео, по одному видео в день, сажусь их монтировать, вот, и по одному видео в день вот так вот выпускаю. Я же не знаю, сколько оно будет грузиться, когда я буду его заливать. Конечно, я ставлю их на таймер, и они выходят тогда, когда мне это удобно, и тогда, когда я считаю нужным. То есть вот я сейчас записываю это третье видео подряд, я уже пишу. Вот, то есть это может быть вообще первое видео, которое выйдет из вот этих вот трех, которые я сейчас запишу. Потому что я сейчас тут еще записал реакцию, ой, не реакцию, как мы с вами проходили тесты на типа кто-то из понтан. То есть я могу его выложить, но я при этом могу выложить это видео еще перед тем. То есть вот я вам уже его заспойлерил, что там будет, но при этом видео самого еще может не быть, потому что я могу это видео выложить пораньше. Но такого, конечно же, не будет. Поэтому ссылку на плейлист. Ой, ссылка на плейлист. Подсказка в последнем. Пусто все, видите, не вообще. Дебил. Дебил. Подсказку можете посмотреть последнее видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист с остальными реакциями будет в описании под видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам первым приходили сообщения о новых видео. Видео выходит практически каждый день. И поехали смотреть. Ой, какой-то громкий звук на самом деле. Я сделал так потише чуть-чуть. Парам-пам. Да, тут будет много всего прикольного, я надеюсь. Ой, тихо, выключи, выключи. Не хочу, не хочу. Нет. Тут нет этой музыки. Нет, здесь этой музыки. Ее здесь нету. Нет. Выключи быстрее, 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 быстрее. Хорошо. Been injured yet in a rush of fans? I always not by fans, but I always hurt myself Да, a lot, да, so да, the fans да, да. don't let Написано me. Бог разрушения. Я ближе к микрофону сяду. Он упал? Шуга сдан. Да что они творят, они? Ага, Clumsy Mochi Strikes Again. Да чего он угорает? Мне кажется, нет, я вспомнил, мне скидывали видео, где, которое называлось, типа, Чимин, Clumsy Moments. Я такой, типа, а, чему мы только Чимин смотрели? Мы что с вами? Чимин, 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 Чимин. Ну, я поэтому я написал BTS Clumsy I hit myself my mic in the stadium. Oh, man. It was going almost too hard. Yeah, I was too turned up. Ой, тележка у меня. Да ты угораешь, Пак Чимин. Как ты можешь быть таким одновременно неуклюжим и прекрасным танцором одновременно? Это ран, что ли? Ау, как реагирует трешак. Ой, тихо, сопля полетела. Что? Упадет. Дурной, что ли? Опять бог разрушения. Они не успели забрать свою какую-то очередную премию.
Он еще и хореографию немного забыл, понимаешь. Эмирам is the wrong place. Не в нужном месте? О нет, давай тихо, без этого, хорошо, давай тихо. Это пауза, чтобы не было бана. Не поймите меня неправильно. Ба-бам-парарам. А я пропустил, что там было на самом деле. RM breaking stuff. Вещи. Десятая винда. Пам-парарам. Ой, я ненавижу этот звук. Ты я против туалета. Ой, это они еще такие малые, это же какой-то 2014 год, у него еще рыжие волосы, как в Just One Day, нет? Да ты сломал. Минус зубы, кстати. Дурак, блин, такой дурак. Куки рептис счет. Порвал? Почему? А я не знаю, что он стесняется. Ну, порвал. Чимин сломал армию бомбочку. Я так обожаю их лица, как они реагируют на это. Это просто что-то невероятное. When you want to sleep, but you're at concert. О, это съемки. Он опять все за меня ломает. Что ты делаешь, Намджун? Это reflection, да? Что? Он сломал пол где-то? Где? Тихо. Бикит, managed to find the justice. Типа они хотят найти самого неуклюжего человека в Корее. Blackpink, нет? Да я ж не... Ой. Опять... Ой! Them making Korean's life hard. Лонгборд или что это? Да. Не смотрите на его руки, а то это... Я не знаю, почему у него такое лицо, как-то оно как у медвежонка какого-то. Где? Да я не вижу ничего! Вроде Джин, да. Ой, опять из него руки, опять сгорите. Poor RM, he's doing this MK. Ой, мне что-то... Опять. Нет, он с ума сошел, он ломает все. Ну, это шутка, естественно. В шуточном контексте было сказано. Опять? Хэн, Хён. Они потроллили его сейчас очень жестко. Моя камера не записывает, что? Нет, нормально. Опять, мы же смотрели это уже. Си. Так мы это тоже же смотрели.
А, типа они на него посмотрели. Just One Day практика, то, что мы замечали, посмотрите, обязательно. Мы там так ржали, угорали. Ой. Да блин, как-то темно совсем. Он ему в глаз дал? Ты что, ты решил его убить? Да. Да. Тэхён решил убить своего Хёна, я понял. Тэхён, Хёна, да. Еще б я видел... А, вон, все увидел. Нет, ну как бы, а что ему оставалось сделать? Идти ее... Идею забирать и надевать, что ли? Оу. О. Так мы... Ой-о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 й. What is that doing? А я, подожди, я не вижу. Я вот в таких вот съемках я не вижу, где он находится. А, вон все увидел, окей. 240. Ой, тихо. То. А, типа он огня какого-то испугался. Ну, это, ну мы знаем, что убийца огня, ладно, ладно. Не суть. Не суть, не суть. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо за то, что посмотрели, окей? Также очень больно. Не понял прикола. Опа, да-да-да. Я не могу с этого. Как он мог упасть? А, это все? Он, как он мог упасть? Подожди, подожди. Да уберись ты, слышь, ну. Какашка. Как он мог упасть на пляже, не понимаю. Короче, ржачно, ладно, хорошо. Прикольно, мне понравилось. Тем, нет, там были прям реально выносящие просто те моменты, когда они там какие-то концерты. Их реакции на то, как они падают, и как они с этого потом ржут, это просто вот так вот все это делается. Спасибо тем, кто мне скинул посмотреть неуклюжий. Это тут Чимин был просто 50% всего это Чимин. То есть я думаю, что мы с вами вообще восполнили пробел из того, что там было, из того, что здесь осталось. Что я сейчас сказал? Я не знаю, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ссылка на плейлист со стримами реакции были в описании по видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы... Вам первым приходили для привлечения новых видео. Видео выходит практически каждый день. И увидимся с вами в следующих видео на бантанах, по бантанам. Все, всем удачи, всем пока.